Привет, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, центральный защитник команды ФК «Шахтёр». Здравствуйте, крайний полузащитник «Шахтёра» Игорь Половин. Как игра, как настроение? Настроение хорошее, все отлично, игра была хорошая. Сегодня у нашего капитана Игоря Кордяева день рождения. Хотели поздравить его победой, но получилось только ничья. Нет, но игра была супер. Видно было, что это высокий был уровень. Я думаю, даже болельщикам всем понравилось, как играли с эмоциями. Все было великолепно. Я думаю, спасибо соперникам. А какой момент из игры вам запомнился больше всего? Слушайте, ну это смешно, но не поверите. На воротах стоит отец нашего именинника, капитана. И этот гол, да, он сделал подарок сыну. Ну, получилось так. Это самый, конечно, интересный самый, момент. Интересный момент в этом матче. А кого бы выделили из команды? Ну, не знаю, я бы сказал то, что все молодцы ребята. Мне говорили, что это сильный соперник, и там все равные ребята. Так и оказалось. Ну, как судейство? На высшем уровне, как всегда. Претензий не было. Спасибо. Спасибо вам.